Давно хотела вам заснять этот магазин. Вот прям здесь он. Красивый. Такое все чистое, блестящее. Класс. Оно и плохо видно, но здесь классно. Блин, не могу я найти Пятерочку. Шла, думала, там Пятерочка. Товары, я думала. Я с радугой. Здесь где-то еще какие-то товары должны быть. Я чувствую, сейчас до них дойду в итоге. Обувь не вообще. Не, мне прям нравится морда-лицо. Морда-лицо. И высунул он морда-лицо. О, все скупил. А, нет, наличие. Наверное, надеюсь, что вон там будет уже Пятерочка, иначе мне придется еще идти обратно. Арбузики. Друзьяшки. Вроде он там есть. Хлебушек. Снова я в этом парке. Уже народ прибавился. Съел я уже мороженку. Здесь лучик солнца, треугольный. Короче, гуляем. Гуляем. Там лошадка. Какая красота. Хочется вот так стоять и стоять. Там много-много детей. Я знаю, что свекровь с Димочкой ходят на эту площадку, и хочу на них найти, издалека поснимать. Но я чувствую, я что-то здесь уже не найду никого. Лошадки. Тут-то. Ух, там полно детей. Лошадок. Лошадки такие. Клумбочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Солнышко светит так. Такая вообще. Смотрите, какая красота. Большая лошадь и маленькая. Тут, конечно, очень много детей. Боже. Тут прям как садик. Красиво, да? Классно. Здесь очень много детей, не могу найти их. Короче, гуляем дальше. Здесь есть туалет. Нет, Димочки здесь нету. Хотела, знаете, просто посмотреть со стороны. Со стороны посмотреть, как гуляет он.
с бабушкой. Потому что со мной обычно он носится, бегает. А мне почему-то кажется, что с бабушкой он гуляет по-другому совсем. Здесь бегуны бегают. Такую жару. Еще и бегать. Так красиво. Там такая ива плакучая, офигенная. Здесь вот тоже. Шум, гам. Какая красота! Уходить не хочется, но уже вечер. Уже пора не спать, нет. Уже просто домой пора. Ну, очень красиво. Очень. Очень. Тут не так, а вот где вот лучи. Вместе с солнышком. Вернее, солнышко с лучами между деревьев. Вообще прям шикарно. Мне кажется, я сегодня отснимала 2-3 часа вам. Не знаю, на сколько частей это все выйдет, но, блин, я не могу просто. Это настолько красиво. Уже мама даже звонила, говорит, ты где? Когда ты домой придешь? Классно. Улица просто шикарная. Здесь уже, кстати, вот не очень. Так красиво. Там вот еще красиво. А тут солнышко уже не так видно. Уже тенечек. Здесь у нас архив. Я уже про него говорила. Здесь елочки красивые. А тут фонтан. Вот единственное, знаете, вот этот фонтан, его так и не починили. Вот все другие фонтаны уже починили. Но в Самаре еще перед Олимпиадой. Вот этот не починили. Тут собачка красивая. Красавчик. Вчера видела такую собаку классную. Красивая.
Есть вот он архив. Выглядит как в 90-е годы. Если сейчас сделать фотографию черно-белую, то будет прям шикарно. И не узнаешь, что это современный мир. Елочки. Елочки, шишечки. Шишки. Шишки еще лежат. По осени, наверное, их как все начнет желтеть. Их быстро соберут. Хотела сегодня с вами допоздна, но, блин, не могу. Засыпаю. Засыпаю, мне нервы потрепали вчера вечером очень сильно. Я не уснула. Всю ночь не спала и прям засыпаю на ходу. Завтра еще с вами тоже пойдем гулять. Может быть, подольше посидим. Вон закат. Меня вырубает. Вырубает. Вон девушка с двумя детишками. Представляю, как она устает. А солнышко все равно горячее. А, тут дерево погибло. Зачем-то. Дальше я не думаю, что будет что-то еще интересное. Давайте, наверное, с вами здесь попрощаемся. Потому что ролик получится очень-очень длинный. Я подозреваю. Я вам памятник покажу. Солнышко. Сейчас, сейчас, сейчас. Солнышко, ничего не видно. Здесь памятник. Сейчас пойду домой. Как обычно, я куплю пиццу, еще, наверное, салат. Куплю этот. Мама заказала, захотела салатик какой-нибудь. Салат под шубой в перекрестке. И домой. А, пиццу, да, и домой. Будем с мамой ужинать.